Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео расскажу истории про овечек, но про необычных овечек, которые очень удивили фермеров. Но сначала небольшое предисловие, такая небольшая справочка. Есть такая порода овец – меринос. Овца меринос является лучшей среди многочисленных шерстяных пород домашней овцы. Как и положено элитной шерстяной породе, у мериносов очень пышная и густая шерсть. Ее так много, что визуально неостриженная овца напоминает бочку на ножках. Шерсть у них очень мягкая и теплая. Состригается цельным руном. После обработки она получается нежной и очень тонкой. Толщина волокна меньше, чем у человеческого волоса, но при этом она очень прочная. Руно мериноса просто уникально в отношении здоровья. Оно не вызывает раздражений и аллергии, обладает наибольшей гипоаллергенностью и антибактериальностью, а также улучшает процесс кровообращения и могут быть использованы даже для новорожденных. Без чехла одеяло из мериноса способно выполнить микромассаж спины и других участков тела, а также оно не колется. Мериносы славятся тем, что очень легко приспосабливаются к различным климатическим условиям. Характеристика шерсти позволяет им хорошо себя чувствовать и в трескучий мороз, и в изнуряющую жару. Однако, в случае дождя или обильного снегопада овцы должны находиться под навесом. Еще со времен средневековой Испании и вплоть до наших дней овцы меринос остаются одной из лучших, если не лучшей породы шерстяного направления. В Новой Зеландии на одной из ферм жил самец мериносовой овцы. Однажды он решил уйти со своей фермы, чтобы жить в горной местности. И все бы ничего, жил бы себе и пастся на горных пастбищах, да только мериносовых овец стричь нужно каждый год. Шерстка у них сама не линяет и не опадает, а все больше и больше растет. Только через 6 лет команда высокогорного ранчо нашла его. Целых 6 лет Шрека не стригли. Он был на 75% покрыт шерстью, а общий вес его шерсти составлял ошеломляющие 60 фунтов, это где-то 27 килограмм. Именно из-за этого большого размера и его игривого характера он был назван в честь веселого мультперсонажа. Шрек быстро приобрел известность, его стрижка транслировалась в прямом эфире. Кроме того, его огромная шерсть была продана с аукциона на благотворительность, и в итоге он собрал более 150 тысяч долларов. Подобная же история случилась и с самцом мериносовой овцы по кличке Баарак. Он случайно потерялся в лесу, отбился, вероятно, от стада, и почти 5 лет жил вне фермы. Когда его нашли, он был немного контужен, плохо видел из-за шерсти, которая прикрывала морду и глаза. Местный парень увидел, как этот огромный сток шерсти двигался среди деревьев. Парень связался со спасателями и выслал им фотографии этого странного явления. Мы смотрели на эти фотографии и думали, что это просто куча шерсти, рассказывает основательница приюта для сельскохозяйственных животных Пэм Ахер. Мы сказали: «Хорошо, мы видим шерсть, но где овца?» «Оказывается, овца была в этой шерсти», – сказала она. Непонятно было, как он выжил, но он выжил. На нем было более 35 килограммов шерсти. Вся шерсть у него была спутана, в ней были кусочки палок и веток, всякий мусор. По-видимому, животное когда-то принадлежало владельцу. Ушная бирка, похоже, была вырвана из-за толстой спутанной шерсти возле его головы. Когда спасатели прибыли на место, он сам подошел к ним и был очень дружелюбным.
«Я верю, что он знал, что мы ему помогаем», – рассказывает Пэм. Он спокойно стоял, как будто говоря: «Давайте сделаем это». Хотя он был напуган. Но ему становилось легче от того, что мы делали для него. Мы наконец-то сняли с него всю шерсть, и он избавился от этой тяжести, от этих страданий. Это выглядело потрясающе. Он провел так много времени, гуляя со всей этой шерстью, что уже привык к ней. Когда он встал без нее, ему сначала было трудно ходить, я думала, что он рухнет. Но по мере того, как он делал шаг за шагом, его ноги крепли и становились сильнее. Он очень умный, у него теперь красивая, довольно хорошая жизнь. Безусловно, он стал увереннее в себе. Мы так рады, что Баарак появился у нас. По словам спасателей, Баарак хорошо освоился в своем новом доме. И теперь стричь его шерсть будут дважды в год. В мире известно всего несколько таких случаев. Спасенных людьми овцев-рекордсменов, нагулявших огромные шерстяные шубки. Вот такие необычные истории иногда приключаются с овцами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие интересные истории. Спасибо за внимание и до встречи!